И всем салам алейкум, всем привет, с вами я Декс. Сегодня хочу вам показать два региона, это наш и зарубежный. Покажу события, которые есть у них и события, которые есть у нас. Давайте начнем с нашего региона. Я думаю, как и все, многие заметили, то, что сейчас у нас почему-то очень мало событий. В том году было больше событий, чем сейчас. Я это вам отвечаю, потому что тогда можно было снимать видео каждый день. Сейчас же событий у нас очень мало. Вот то, что вышло, это вот это событие, да, какое-то тут. Вот биту можно получить себе бесплатно. Ну, блин, реально что-то мало. Я не понимаю причину, почему так. На зарубежке активно выходят события, активно выходят новые джекпоты. У нас сейчас такого нет. Вот реально. Заходим дальше в джекпот у нас. Ну да, окей. Здесь у нас есть джекпот парафал. Но почему нам добавлять то, что у нас уже это было? У нас это уже было, я не понимаю, в чем прикол. Они просто возобновляют те события, которые были у нас когда-то. Ну, это реально так и есть. Дальше, золотой джекпот, ладно, ничего не будем говорить про него. В принципе, нормально. Аук тоже, да, скин, ладно, окей. Джекпот УЗИ, то же самое. Это было в инкубаторе, просто добавляют джекпот. В чем прикол, в чем логика, я не понимаю. Реально, зачем так делать? Дальше, эвосклад, то же самое. Те эволюции, которые у нас когда-то были, их добавили в один этот вот штуку. И, кстати, я помню, когда-то вроде бы говорили, что эволюция, она не будет возвращаться, по-моему. Ну, что тут, как будто такое ощущение, как будто, знаете, вот выбил эволюцию когда-то давно, и ты думал, что она будет только у тебя. Сейчас же можно это выбить, как вы можете заметить. Даже день буяр можно выбить, хотя, по-моему, это вот одни из первых эволюций, да? Ну вот, действительно, не понимаю, почему. Единственное из всего, что тут есть новое, это вот маховик сражений. Да, здесь два набора, и самый удивительный факт, что я потратил 3000 алмазов на этот набор, я ничего тут не выбил, ну, из этих вот двух скинов. Я выбил только вот этот вот мотоцикл, представьте, только один мотоцикл забрал, и то он с такими эффектами. Это не хейт, это чисто вот конструктивная такая критика, ну и вообще просто вопрос к вам, даже к аудитории Free Fire, почему так происходит, может быть, вы что-то читали, может быть, знаете, какие-то новости другие, да, еще. Напишите об этом в комментарии, потому что действительно непонятно, почему сейчас очень мало стало событий вообще в целом. Почему джекпот не выходит и так далее. Сейчас мы пойдем на зарубежку, я покажу то, что у них выходит, и там действительно есть на что посмотреть. Знакомимся на другом регионе, и я вам покажу события, которые там выходят. Во-первых, здесь есть новый магический куб. У нас давно не меняли магический куб на самом деле, и поменяли нам довольно-таки иностранные наборы. Сейчас я хочу вам показать набор, который есть на зарубежке. То есть, смотрите, вот такой вот набор есть. Самый топовый, что из всего тут присутствует, это вот такой вот набор бандита. Я думаю, вы тоже с этим согласитесь, потому что это самый классный набор. Ну, из всех, которые здесь представлены. Ну, на женщин набор можно забрать, вот, допустим, какой-нибудь, так, ну, вот такой, или вот такой, вот такой, вот 100% вот такой. Так, дальше, смотрим. У нас такие есть жетоны. У нас тоже на регионе есть такие жетоны, но там только один наборчик у нас. И он такой себе, на самом деле. Есть вот такой вот набор, офигенный. 14 жетонов буквально стоит. Тут можно просто забрать только торс, и этого будет достаточно. Даже если убрать, смотрите, уже имба сет собирается. Просто нужен верх такой, и все. Типа, штаны здесь такие, ну и вот такой вот боксер, который у нас когда-то был. Дальше, что хочу вам показать. Есть у них также, ну как, у нас выгодная накрутка. Давайте посмотрим, что тут, какие наборы. У нас на регионе, по-моему, такого еще не добавляли. Возможно, скоро добавят и нам. Тут два набора. На самом деле, мне кажется, они у нас будут когда-то именно вместе. То есть, один может быть получить за донат, скорее всего, мужика. Ну и база, эта девушка может получить бесплатно. Тут, скорее всего, набор. Да, я неправильно там сказал, но хотел сказать то, что набор на девушку бесплатно может получить. Дальше, смотрите, здесь интересно, да, что можно купить еще по скидке Winterlands. Вот такой вот. У нас такого не было. Ну, давайте просто так вот нажму посмотреть все. Так будет буквально быстро это все посмотреть можно, что такое есть туда. О, кстати, вот этот наборчик у нас, он еще не вышел. Я помню, видел его давно, на самом деле. Его до сих пор еще не добавили. Тут смотрите, какие классные, да, штаны. Смотрите, что за штаны офигенные. Здесь чисто вот какой-то, кто там за зверю какой-то синенький, слон что ли там. По-моему, слон. Вот. Токийский блогер называется наборчик, то есть чисто тут лайки, да, смотрите, вот тут. Ну, интересный набор, у нас он точно еще не вышел, может быть, когда-то добавят и нам. Дальше мотоцикл новый, смотрите, какой.
всегда необычный. Необычный байк. Имбовый, на самом деле. Необычный, классный скутер такой. Что еще тут есть? Давайте посмотрим. Ну, такая вот стенка. Новая, да, по-моему. Дальше что есть? Ну, это выходило у нас. Штаны, это понятно. Кстати, эмоции тоже тут есть. Только, а, не одна только эмоция. Такая вот стенка. Так, и в целом все, да, здесь по наборчикам. Но это тоже выходило у нас. Да, набор тут все. Дальше. Я не могу понять реально, почему нам еще не добавлять вот это. Смотрите, здесь это вообще люто. Это реально очень люто. Я вам покажу эти штаны. Вообще максимальный рескин, но они действительно очень имбово смотрятся. В общем, давайте мы посмотрим. Это яростный коготь или что-то такое, как-то переводится вот здесь. По-любому, я уверен в этом. Здесь события на самом деле дешевые. Купоны, видите, 10, 10 и 5. Ну, 70, это, в принципе, может быть, в косаре алмазов выйдет. Посмотрим. Первое, это коготь, такие вот, когти ярости, я правильно сказал. По-моему, у нас они выходили. Возможно, я ошибаюсь, но почему-то такое ощущение, как будто были. Ну, нет, нет, наверное, не было. Что-то не помню такой эффект салютов вот такой. Дальше смотрим. У нас вот такую вот добавили маску, знак победы. На самом деле, интересно смотрится, необычно. Ну, такое что-то, знаете. Необычно, реально, просто необычно смотрится. Ну, прикольно. И дальше, вот на девушку, вот такие вот штаны. И на мужика. Может добавить вот сюда. Я вот просто помню, я видел у кого-то. Подпишись, смотрите, мне написано, да. Помню, у кого-то в нашем регионе видел, как в списке желаний добавили такие штаны. Думал, где они добавили их, а вот отсюда взяли. Дальше бандана есть вот такая, смотрите. Тоже когти ярости. Ну и также здесь по базе, это, в принципе, такая катана. Здесь аватарка, довольно-таки неплохая. Тоже неплохая довольно-таки и фон. Ну, это у нас было, по-моему, да? Вот такая вот куртка. Дальше смотрим, ребят. В общем, вот это тоже надо сейчас добавить в список желаний себе. Тут добавили, как я помните, рассказывал, то, что зайцы. 220 они жетонов стоят, но на самом деле оно того действительно заслуживает. Мы добавим это вот все. Бошку добавим. На самом деле бошка здесь самая классная. Даже набор целый можно добавить, ни хрена себе, я не знал. Вот, такие вот наборчики можно получить. Задание, тут просто тут, ну, задание. Надо, конечно же. Но сколько алмазов будет стоить, я думаю, дофига. Я помню, выбивал события, потратил буквально 3000 алмазов и не выбил. Вот такое же. Так что все может быть. Может быть, скоро нам и добавят. 6 дней здесь остается. Но если что, я вам инфу скажу, когда нам добавят. Думаю, даже уже очень скоро это будет, на самом деле. Или они будут по одному скину добавлять, вот так вот, да? Или чисто такое же событие закинут. Но вы можете заметить, что это все три скина, их нужно забирать по-любому. Но самое топовое, это вот этот красный, я считаю. Дальше здесь у нас, ну, эта стенка здесь просто самая такая классная. Единственное, я вот не помню, ее добавляли, да, добавляли нам. Я ее не забрал, к сожалению. И вот такая вот эмоция еще была. Вот такая имбовая, на самом деле, эмоция. Она, видите, как долго, типа, стоит такой. Дальше, здесь что еще есть интересное. Это вот такие вот наборчики. Ну, это инь-янь, туда-сюда. Нам ее пока не добавляют. Аук. Тут, в принципе, золотой джекпот. Вот такой. Если вам было интересно, да, какой джекпот на зарубежке. Вот такой у нас выходит тут джекпот. В целом все. В целом все. Но у нас, видите, событий не так много на самом-то деле. На зарубежке очень много событий выходит постоянно. Вот, и джекпоты обновляются новые. У нас что-то пока нету, к сожалению. Не понимаю, почему. Здесь вот напоследок хочу вам показать то, что можно эмоцию здесь залучить, заполучить, да. Ну, сколько тут нам будет выполняться, не знаю. Но я так понимаю, что здесь просто поиграть надо, собрать поинты, что-то такое. И эмоцию получить, ну, которая у нас она была. Тоже, по-моему, бесплатно. Но, тем не менее... Это можно получить. Вот, а у нас событий вообще пока сейчас нет. Я не знаю почему. Вот, ждем новые события в любом случае.